Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Алекс. И это новая игра про выживание Outbreak Island. Остров вспышки. Давайте начнем играть, значит. Посмотрим на эту выживалку. Здесь и хоррор, и выживалка, значит. Этаж 4. Офигеть, это я, да? Это я. Хожу так, а предметы? Аптечка здесь есть, крафтинг есть. Металлическая труба. Что я могу скрафтить здесь? Наверное, ничего пока не могу скрафтить. Так, круговое меню. Q, да? Так, инвентарь. Я уже взял инвентарь. И журнал. Окей. Окей, хорошо. Круговое меню. Камера есть. Опа, мне это напоминает, знаешь, что? Какие-то хоррор-игры с камерой. Это что такое? I have a bad feeling about this. Что-то у меня плохие предчувствия. Слушай, звук такой, да, так. Хорошо. А, у меня нет, да, карта. Подожди, карта, я могу посмотреть карту? Ого! Здорово здесь, да, и инвентарь, значит, так. В инвентаре у меня ничего нету. А как фотоаппарат убрать, я могу, не могу? Это что такое? Не, ну, механика прикольная. Гаси, а что мне делать? В дверь идти? Выживалка, да, ну, выживалка. Здесь и крафтить можно, и выживать. Я так понял, мне надо... Фига себе, что это? Я приблизить могу? Фотографии собраны. Подожди, что собрано? Журнал. Этаж 4. Выберитесь из 4-го этажа лаборатории. Отключить сигнализацию и создать металлическую трубу. Найти карту доступа. Разблокировать дверь, которой доступно идти на 3-й этаж. Но перевод такой себе еще. Так, угу. Деревяшки. А, подожди, что я не могу собрать? Мне надо что-то еще собрать, да, фотографии какие-то. Не? Я чувствую, не эта фотография, ладно. Слушай, атмосфера такая. Я искать могу в шкафчиках. Это что такое? Металлолом взять. Хорошо, хорошо, я понял. Я это, что такое, овощи взять? Конечно, взять я могу поесть, да, у меня, а, кстати, у меня, да. Металлолом, где моя, где мой инвентарь, как я есть могу? Вот, кушаю. Так, опа, еда пошла вверх у меня, отлично, так, удерживаю, открываю. Нифига не понял. Там вода есть, да? Так, что здесь? Стена какая-то, какие-то рисунки. Что снимать мне надо, я еще не понял. Если честно, использовать. А, заполнить мне нечем заполнить. Мне надо найти пустую бутылку, значит. Угу. Подожди, а труб... Что я скрафтинг? Мне надо металлическая труба. О, я могу уже металлическую трубу создать. Офигеть. Я понаходил обломки. Инвентарь. Металлическая труба. Оборудовать. Ого! Подожди, посмотри, какая металлическая труба. И вентиль этот есть. А мне это, знаешь, что напоминает? Half-Life напоминает игру. Вот, если зомби будут такие еще плюваться вот этими вот крабиками, значит, точно Half-Life. Вот Half-Life, либо Outlast, я не знаю. Вот там тоже камера была. Но там вообще жуть было и страшно. Ну и Half-Life прикольная игра из далекого-далекого прошлого. Опа, а вот и выход. А вот и выход использовать. А, карточка надо, я понял. Хорошо, так, хорошо. Так, ну мне же что-то фотографировать надо, да?
Быстрый доступ, оп. А чё фотографировать надо, вообще непонятно. Фотографии собраны. Пустое место. Вот это сфоткать. Я не знаю, что фотографировать надо. Ладно. Возьму я трубу, наверное. Вот, вот так вот, да? Найти карту доступа. Но мне надо вот фотографии собраны. Мне надо постоянно ящики я ломать могу. Слушай, а звуки здесь не очень как-то. Так, здесь я могу что-то сломать, пройти? Ёпта. Я могу пригнуться. Не, ну залезть туда я не могу. Итак, я могу быстро ходить, понял? Это что такое? Кто стучит? Кто стучится в дверь мою? Закрыто. Здесь лабиринт еще походу какой-то, да? Это я рушить могу? Не, разрушаемость здесь нулевая просто. Это демо-версия этой игры, да, у нас в последнее время много выживалок выходит. Интересных, которые обновились. Ну, то есть демо обновилось, либо... Бля, сейчас бомбанет, не? Взорвешься? Не, не взорвешься. Так, а чё фотографировать надо мне, интересно? Так, ящики никакие не бьются, я понял. Так, а тут пригнуться я могу? Да, тут могу я. Ну, пригинаюсь как-то я очень редко. Хочется пить, подожди. А, вода, пустая бутылка. Надо найти пустую бутылку. Надо найти пустую бутылку. Вот это пустая бутылка. Это что здесь? Маятник. Рабочая тема — маятник. Из красной зоны не выносить. Особо важности. Список допущенных к ознакомлению засекречено. Ох, это ж секретность. Даже банальные записи моих мыслей запретили выносить из лаборатории. Я привык конспектировать. Мне так лучше думается. И что сделал офицер по безопасности? Принес мне убойного вида планшет. Так, так, так. Понятно, неинтересно. Я не понимаю, да. Что-то в голове у него. Слушай, а персонаж озвучен, конечно... Персонаж озвучен так, как будто бы это старый дед. Так, здесь лут есть. Давайте полутаем. Опа, пустая бутылка. Пустую бутылку я нашел, так. Искать. Морковка. Фига себе. Так, у меня есть пустая, да? Пустая бутылка, бутылка с водой. Давай бутылку с водой используем. Вот, а в пустую сходим, наберем, да? Сейчас. Сейчас. Наберем. А я заблудил. Блять. Так. Камера. Вы можете использовать камеру. Вспышка, штатив. Понял. Понял. Мне нужна сейчас камера на данное время. Значит, впереди нас что-то ждет, да? Вот такая вот камера. Опа. Он не видит меня. На, на. Ты кто такой? Бля, сталкер какой-то. Я его ослепил камерой. Опа, рука отлетела. Рука отлетела куда-то сюда. А нет, это противогаз отлетел. И он катится, не останавливается. Остановись. Он к нему катится. Катится медленно к нему. Почему ты не останавливаешься? Так, вот этого, наверное, надо снять, да? Хотя я ж снимал вроде. Так, хорошо, где моя труба? Опа, у него лицо есть даже. Молнии какие-то. Он, получается, под каким-то... напряжением, да? Это лицо, наверное, сфоткать надо. Фотография сделана, да, но... Не, ну что-то толку от этих фотографий никакого. Я за водой шел, да? Здесь где-то вода была, я мог набрать. Или не здесь, елки-палки. Че, я заблудился здесь, что ли? Да не, я здесь вообще не был.
Я здесь не был вообще. Вообще абсолютно от слова совсем, ребята. Я отсюда пришел. Здесь была вода где-то, да. Сейчас пойдем туда. Сейчас я воды, водычки наберу. Карта доступа. Где вода эта? Как так заблудиться можно, Алекс? А, вот она. Потому что, ну, пить захочется мне, да, использовать так, заполнить. Создание. Так, хорошо. Хорошо. Заполнить. Создание. Мы сразу заполним две бутылочки, да, закрыть. Все, отлично. Так, у меня по еде плохо, и я могу использовать морковку, очевидно. Так, да, по еде, ну, по идее еще плохо, да, давай используем остаток еды. Во, теперь нормальный я, значит. Теперь я нормальный. Идем сюда, значит. Блин, как-то странно бегает он, идет нормально. А бегает как-то, я не знаю, в припрыжку. Так, у этого трупа не было карты, у этого зомби. Ключ карты. О, отсюда, значит, туда я не мог пролезть. А теперь... А подожди, а где я зомби убил? А теперь здесь дверь выбил он, да? Выбил дверь и пришел сюда. Понял. Значит, мне, очевидно, надо сюда идти. Очевидно, тут ничего нету. Вот тут что-то есть. Опа, рюкзак. А я могу одеть его? Медицинский спирт взять. Взять все так. Лучше на клавишу взять все жать. Медицинский спирт мне нужен. Так, отключить сигнализацию я отключил вроде. Опа, здесь еще что-то есть. Искать. Пистолетные патроны. В игре есть пистолет. Так, а здесь как тут по фоткам? А что-то я не понял, какие фотографии собраны? Что мне собрать надо? А, какие-то эксперименты. Дикие, да? Дикие-дикие эксперименты. Так, хорошо, возьмем это. Так, не, это я отсюда пришел, да? Отсюда пришел. Здесь я еще не был, да? Ага, вот эта дверь, она закрыла. Она живет? Опа. А, вот, значит так. Мне надо фоткать вот такие вот трупы, да? Во! Новое фото разблокировано. Все, я тебя сфоткал, да? И твои голые ноги даже сфоткаю. Отлично, я понял. Теперь я понял, значит, надо фоткать. Взять, это что, ключ-карта, да? Ключ-карту взял. Здесь больше нету трупов этих пофоткать? Очевидно, нету. Очевидно, нету. За этим ничего не прячется? Нет, ключ-карту я взял, значит, да? Ключ-карту. Мне теперь надо вспомнить, потому что такой лабиринт, ребята, здесь, я не знаю. Если вы поиграете, теперь надо вспомнить, где это ключ-дверь. По-моему, она где-то здесь была. И либо сзади, либо здесь. Сейчас все будет. Может, здесь еще что-то пофоткать есть. Нет, дверь, наверное, сзади осталась все-таки, да? Здесь мы все пролутали, интересно. Музыка страшная такая, конечно. Страшновато, страшновато, мрачно. Вот Half-Life напоминает и Outlast, да? Здесь все пролутали. Понял? Понял. Как здесь дела обстоят? Опа, здесь мы не были. Медицина. Медицина, это хорошо. Вата. Взять все. Берем вату. Так, ну, по крайней мере, понял, что фотографировать надо. Вот этих жмуриков, да? Может, здесь что-то еще надо сфоткать? Не, здесь... Здесь ничего не фоткается. Значит, только жмуриков. Только жмуриков надо фоткать, да? Но здесь что-то взять можно. Нет, оно так подсвечивается. Я думал, взять могу уже. Пробирочки эти, не? Так, ладно. Ну, по луту как-то не богато, но все-таки игра демка. Я думаю, будет потом нам лут здесь. Какой-то интересный. Интересно, где пистолет, если я патроны нашел? Так, значит, ключ-карта где-то была здесь, дверь эта, да?
Где-то я отсюда выходил, она была в начале где-то в самом, значит, потому что тут запутаться легко. А, вот ты где, да. Вот ты где. Я могу использовать теперь, да, все. Понял, не, это просто. Текстурные объекты. Иду. Иду. Этаж 3. Починить оборванные провода. Какие провода? Какие провода мне надо починить? Оборванные провода написано, почините. Опа, записка, значит. Записка. Так, давай. Дневник сотрудника. Обычная история. Чем больше работаем над маятником, тем больше вылазит побочных проблем. Бюджет пухнет на глазах. Кураторы недовольны. Им что-то, разумеется, хочется видеть немедленный результат. Ну ладно, это понятно. Значит, они работают над каким-то чудовищными, значит, экспериментами. И... Ну, туалет открыть не могу, да? И что-то у них пошло не так, видно, и люди превратились в зомби. Металлолом. Взять все. Берем. Это что? Вата, слушай. Зачем вата в игре? А, может, раны какие-то переделывать, что-то, я не знаю. Опа, тут что-то подсвет... Ага, так. Использовать. Лента 1, отвертка и провод надо. Я не могу починить. И, судя по всему, значит, здесь лужа у нас. Лужа, значит, да? Так, цепочечка. А ну, пошла. Понял. Понял, значит, мне надо в другую сторону топать. Потопали. Так не пройду я. Значит, там напряжение, а скорее всего, меня бам... F, чё F? А, камера, подожди. Опа! У меня камера с ночным видением. Понял, и точно на Outlast похоже, ребят. Так, открыть. Locked. Закрыто. Так, тут ничего не пропустить бы. Вроде ничего нет. О, отдалить можно. Я сильно приблизил, значит. Так, хорошо, идем. Идем. Что-то мне страшно становится уже. Музыка такая страшная. Ничего не подсвечивается. Тут как ничего нету, да? Я могу приблизить, могу отдалить. Странно. Так, трупов нету этих фоткать, да? Там как свет горит. Кресло стрёмное какое-то. Здрасте. Что я здесь взять? Что-то могу? Могу, вот. Искать, значит, так. Что-то здесь есть. Лента, взять все так. Хорошо, что еще здесь есть? Я уверен, что-то есть. Так, оно отдаляет так сильно, да? Но если приблизить, так ходить неудобно. Но вот бутылочки же стоят, почему я взять не могу? Не могу, да? Хорошо, так, ночное видение, идем дальше. Здесь ничего, здесь ничего. Ёпта, а чё ты камера-то, а? Опа, фига себе. Опа, разблокированы фотки, две фотки сделал. Понял? Чувак, ты как, в порядке? Не знаю даже. Так, что у нас здесь? Так, не-не-не-не-не, надо вот так вот настроить. Угу. Так, мы можем, нам 6 фоток надо таких, да? Так, ночное видение включи, пожалуйста, потому что... А что я здесь взять могу? Или я только сфоткать здесь могу? Здесь как бы и ничего нету, наверное. Блин, не, темно так, ребята, ходить. Так, пошли дальше. Налево. Чего? Не понял, куда ты исчез?
Ты только что был здесь, ты не мог исчезнуть. Фига себе просто, а, приключение. Так, я понял, чувак исчез, значит, сейчас придет за мной. Здесь я взять ничего не могу, да? Здесь что? Ёб твою! Ёб! Я уже клавишу на ломик приготовил, на трубу с Half-Life, значит. Так, нихера, открывай. Чувак закрылся там, да? Я что, открыть не могу? Не могу. Не могу открыть. Блин, как-то странно все здесь. А, странновато как-то все. Так, это что, сумка? Нет, это ящик какой-то, да? Вот еще дверь есть. Здрасте. А что пусто так-то, а? Ничего интересного нету. Нет, так не видно ни хера здесь, я не знаю. Высветлять, ребят, вам не буду, да? А что высветлять, ну? Понял? Камера иногда выключается, да? У него, то есть, ночной свет. Так, тут свет есть где-то. Перегревается что-то, перегревается, видно. Перегрето, значит, так. А звук мы не пишем, да? Это сфоткать надо? Опа. Ага, а чё за музон пошел? Чё за музон пошел? Там кто-то ходит? Я прям по столу лажу с этой камерой, да. Фига себе, пошел музон. Так, мы приближаемся к какой-то палате. Не, очевидно, это фоткать мне не надо, да? Я могу слепить их вспышкой. Так, а что здесь? Что здесь? Вот там что-то светится. Ага, там код какой-то или что? Непонятно. Дверь есть, вижу дверь, да. Не, фотографии эти не канают. Ладно, надо только этих использовать так. Понял. Подожди, а стандартный? Еще один стандартный, не? А тут и карточка, может, надо. Ладно, пойдем эту дверь откроем. Это не сфоткается ничего. Я не знаю, пока найти здесь ничего не могу. Опа. Так, а здесь что-то есть, да? Вот сундучок есть. Так, компоненты. Взять все, окей. Же надо все, взять все нажимать постоянно, так. А, ночное видение, да? Не, это все лежит такое, типа, я так понял, да? То, что не берется. Мне кажется, кто-то... Пофоткаю? Мне так не кажется, да? Это не та, да, фотография? Хорошо, так, опа, щиток какой-то. Не то пальто, значит, фоткать надо. Ладно. Ладно, а что мне обратно возвращаться? Здесь нет нихера больше. Неужели я здесь что-то пропустил? Подожди, здесь такая музыка играет. Страшная прям. Так, ну две фотки есть, это уже хорошо как бы. Осталось немного, значит. Хорошо, идем. Идем. ISO-20 у нас на фотоаппарате, автофокус. Почему-то оно говорит, да, камера ночного видения у нас работает. Так, хорошо, но не всегда. Здесь, может, за столом что-то есть, не? Нету. Фига себе, интригует игра. Я бы не сказал, что это выживач какой-то. Это выживач-хоррор прямо. Наверное, так и название впишу.
Бля, ну на самом интересном, стой. Вот эта дверь, это мы оттуда пришли, да. Мне что-то показалось, здесь еще одна дверь есть. Вот эту мы входили разве? Опа. Сумочка искать. Ой, провод. Провод я нашел, так. А могу я уже поремонтировать там что-то, не? Что это, весы? Сколько я вешу? Оу. Так, а отсюда оно по-другому виднеется, да? Вот так сделаем, да? Так, это что, это куда? Locked. Закрыто. Ну все, я понял, я вот так вышел, значит. Ага, вот провод, да? Так, как мне его отремонтировать надо? А, так, отвертки нету, да? А как же мне отвертку сделать? Подожди. Крафтинг. Отмычка, отвертка. А, я могу отвертку уже сделать. Хм. Компоненты, значит, все делается из металлолома. Ну, как-то, конечно, такое себе это. Починить. Так, все, точно нет ничего здесь. Так, я вижу сумочку. Ноутбук. Пистолет. Да ладно. Инвентарь. Вот так, а где... А, вот патроны мои, да? А, 4 патрика только? Так, ладно, я буду экономить, я возьму трубу. Так, баночка какая-то. Пига-колы. Опа, здесь открыть можно. Ага, тумбочки тоже можно обыскивать. Я теперь задумался, сколько тумбочек я пропустил. Так, читайте. Так, дневник сотрудника теперь будет попроще, как мне кажется. Полковник обещал решить проблему с мощностью. Дизелями и так, так, так. Короче, понятно, полковник обещал, да? Даже не хочу знать, что придется мне выяснить. Я тоже не знаю, что придется мне выяснить, что здесь происходит. С какими дизелями вы здесь воюете? Уж не Вин Дизель сюда пришел, а? Так, я починил. Подожди, а что мне дальше делать? Идти на второй этаж. А вот это выход? А он закрыт был? А он закрыт был. А или мне так кажется, закрыт был? Или я здесь был уже? Этаж 2? Нет. А, на этом этаже, значит, мне надо создать отмычку. Хорошо, хорошо. А, вот эти пароли, я не знаю, откуда их брать. Я уже на стенах смотрел, как бы, не вижу на стенах их. Нигде, но на стенах все такое черное. Темное. А здесь вообще нет, да? Опа. Странно. Здесь кодовый замок был, и он не работает, походу. Закрыть, что-то клацнуло прям. Я обыщу все здесь. Так. Тут ничего нету, да? Так, ну вообще странно как-то, странно. Странно, кодовый замок, но она так открылась, да? И нифига в ящике нету. Оп. Оп. Может, сфоткать постель мне надо еще? Я даже не знаю. Нет? Нет. Ну и ладно, возьмем тогда свою трубу с Half-Life. Он даже чем-то Fallout'ом попахивает тут, мне кажется, такое. Ну, Half-Life точно. Уп, столовка какая-то. Так, еще... Записка, и кого-то я слышу вроде, да, металлолом. Взять все. Взять. Вот это надо прочитать. Да, дневник сотрудника 4. Первое включение в новой водной прошло просто отлично. Есть минимум динамика. По всем приборам виден прирост. Процентов на 9 минимум. Раньше о таком мечтать не могли. Вряд ли этот парень жив. Да, я тоже думаю, что... Ой. Ой, у меня использовать, у меня что-то с едой, да?
или водой. И у меня так начало просто прям вообще как бы я выпил, да, все. Энергетический напиток, давай использую его. Я не знаю, что мне использовать здесь. Вата, металлолом, компоненты. У меня по еде все плохо, мне надо еда. Бля, мне срочно надо еда. Дайте мне еды. Дайте Алексу еды. Слушай, где здесь еда есть, а? Это ж кухня, ёлки-палки-то, а? Вот это так подсвечивается под нос прям. Прям, я не знаю. Так, мне надо срочно еда, я напился. Фига себе, закрой. Нету тут нифига просто. Мне надо еда. Хоть бы батончик какой-то. О. Дай еды, а? Есть. А, еда взять, все. Так, давай сразу перекусим, потому что у меня так дамажить начало. У-у-у. Так, пиво восстанавливает уровень жажды на 20, снижает уровень голода на 5%. Давай. Снизим уровень голода. Так, тут нихера я не пройду. Нифига не пройду. Так, хорошо, я откуда пришел здесь? Фига себе картинка. Бля, на превьюшку. Опа, не катит. На превьюшку такое не катит. Так, хорошо. Или нехорошо. Откуда я пришел? Я здесь уже заблудился, если честно. Так, туалеты. О, искать. Значит, тут я не искал. Взять все. Так. Мне надо создать отмычку. Взять все. А создать отмычку я могу сейчас крафтить. Отмычка. Молоток. Молоток. Деревянные доски мне надо, да? А здесь компоненты. А где я деревянные доски в этой игре найду? Я бы нашел бы вот этот не деревянное. Вот деревянное. Я бы трубой поломал бы и нашел бы. Так, что в тумбочках? Ничего. Ой, так, я не знаю. Здесь я не был, да? Да, походу. А может и был. Непонятно, я уже заблудился. Взять все. Так, хорошо. Здесь я был. Я пошел туда, да? Отсюда я вернулся. Понял. А, понял. Так, понял. Понял. Здесь туалет. Там что у нас? Столовая? Столовая, да? Ну, значит, мне сюда надо куда-то двигаться. Откуда я пришел? Ага, пролезть там могу. Сейчас эту открою только. Ага, здесь выход. Так, здесь нифига нету. Хорошо, пошли туда. Ага, нет, здесь еще дверь есть. Ого! Фига себе здесь помещенец. Опа. Так, ну патрончики надо поэкономить, мне кажется. Давай, 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 ублюдок, давай. Давай кусок с болтами и с напряжением. Пусть тебя коротнет сейчас, а? Коротнуло? Ну, такой лайтовенький. Так, фоткать их надо или нет этих? Не, ничего не дало. Так, подожди, здесь... А, инвентарь, да дай мне эту трубу, тут кто-то... Кто это? А это он кричит? Не кричи больше. Замолчи, ты меня пугаешь. Не надо. Так, хорошо, коробочка. Так, тут ничего не бьется, да? Что здесь есть? Молочко. Это не такое молочко. Так, хорошо. Что за это есть? Фига себе, здесь пусто как-то. А, они шкафчики есть, подсвечиваются, вижу. Вижу, здесь, значит, что-то будет. Деревянные доски, ну, конечно же. Где же им быть, да, я уже думаю, так, компоненты.
Как не в шкафчике. Офигеть. Так, как там крафтинг у нас? Крафтинг. Мне надо молоток создания, да? У меня нет молотка. Я сделаю молоточек. И отмычка. Отмычку сделал. Все отлично. Мне можно куда-то идти на другой этаж, да? Так, все, я сделал. Это что, кстати? Это бинт. Восстанавливает энергию. Мне бы пока пожрать, если честно. С едой у меня проблема. Так, разблокировать дверь отмычкой. Хорошо, какую дверь, кстати, тут? Я дверь не находил. Возможно, здесь где-то дверь. Так, опа, водица. Взять. Так, это что у нас? Инвентарь? Это у нас. Нет, это пустая бутылка. Так, а это медицинский спирт. Непонятно для чего. Бутылка с водой. Уровень жажды. Так, ну, уровень жажды у меня воды, я не знаю, так напился. Не понял. Я что, здесь не пройду? Фига себе, а какую дверь мне отмычкой открыть надо? Так, ладно. Вот эту, что ли? Идти на первый этаж. Так, я понял, эта дверь закрыта была. Я думал-то она открыта, так. Выйти из лаборатории. Я как выйду из лаборатории? Я не знаю. Опа, тело лежит. Я знаю, мне его сфоткать надо, так, окей. Нет. Мне, наверное, туда надо попасть, да? А как мне туда попасть? Подожди. Так, тут ящик есть. Странно это все, да, но это бета-версия. Пистолетные патроны взять, все. Сейчас постреляем. Теперь их побольше уже, да? Побольше. Так, а ну перезаряди. Сколько у нас в обойме? 7. Две обоймы у нас есть. Но пока трубу возьму. Трубой зомбаки обрабатываются отлично. Вот этого надо сфоткать. Как мне сфоткать? Как мне сфоткать, да? Не, фотки не собраны. Мне надо туда проникнуть, наверное, как-то, да? Как я туда проникну? Там все заперто. Откуда мне его сфоткать? О! 3 из 6 фото. Хорошо, хорошо. Мне отсюда надо было фоткать, прям. А, цепочка опять, блядь, с той стороны, да? Цепочка с той стороны. Так, хорошо. Продвигаемся дальше. Ёб твою! Да что ж такое-то, а? Закрылось за мной оно, а? Так, и здесь, наверное, какой-то опять. Привет! Он попал по мне раз, да? Ну ты, скотина, я тебя накажу за то, что ты попал по мне. Нельзя по мне попадать. Так, ты у нас не улика, насколько я понимаю, да? Даже издалека. Нет, это не улика. Мне осталось 3 фотки, я не знаю, что это за фотки, да? Кто на них должен быть, это вот эти вот типочки, короче, которые лежат. Такие, но я пока только 3 нашел. Больше я не видел. Возможно, в закрытых дверях где-то есть еще, там, где карточка надо, так как карточку я тоже не нашел. Оп. Опа. Я наверху. Что здесь интересного? Оп. Не, ну, конечно, бегать ты так не можешь сильно. Так, здесь ничего не лежит. Да вроде нет, вот ящик только один тут. Искать. Тут в каждом ящике, в принципе, тот лут, вата, который нужен, да, но вот еда мне нужна. Мне нужна еда, или иначе я сейчас буду сильно-сильно страдать. Ага, вот цепочка, так, открыть. Фига себе. Код надо.
Кода я не знаю, вот про эти двери я говорил. Про эти двери я говорил, да? Так, тут ничего. А, вот еще типочек, смотри. Как тебя сфоткать-то? Зайти надо, что ли? А с какого расстояния, откуда фоткать мне? Я не пойму. Не, ну это то тело, которое надо фоткать. Здесь еще что-то лежит. Да ладно, давай почитаем. Дневник сотрудников 6. Как же хорошо вернуться, пусть ненадолго. Да это понятно все, да. Как мне его сфоткать надо? Отсюда? Как мне его сфоткать надо? Почему он не фоткается? Это системник какой-то. Как сфоткать? Тебя, чудовище, ты, а? Присесть может. Фотографии собраны. Так я уже вот собираю фотографии. На каком фокусе? На чем мне надо? Я не понимаю. Может, вообще отсюда издалека? Не, ну точно этих я фоткал, всегда этих фоткал. Всегда было, да, что, сфоткать так, ладно. Здесь что у нас? Здесь у нас вообще ничего. Туалет есть, да? Мы можем сесть на туалет. И не выйти отсюда, да? Нет, вышли. Так, недоработано, недоработано, ребята, да? Ладно, давай на штатив поставим ее, что ли. А, я себя вижу даже или что? Давай так тогда. Это я. Фига себе. Да, слушай, озвучка, конечно. Я не знаю, откуда фоткать его. Вообще, может, отсюда? Я там поймал как-то ракурс, а здесь я поймать не могу просто. Ладно. Фотографии собраны, я понял. Опа, это дверь какая-то, да? Может, я одного какого-то пропустил? Выйти из лаборатории, открыть. Вам нужно собрать все фотодоказательства, прежде чем вы сможете уйти. Да очень интересно. Если он не фоткается, то что я могу сделать? Читать. Так, опа. Документ охраны, ага. А, вот значит, в какой-то двери я кого-то пропустил еще, походу. А, фига себе просто. Вот этого я сфоткал еле-еле отсюда как-то. Как сфоткать других-то, а? Здесь нет двери охраны. Дверь охраны, дверь охраны. Дверь охраны, дверь охраны. Так. Ладно, сейчас пробежим. Быстренько. Может, вырежу, если найду двери охраны, потому что я их час буду искать еще. Быстрее. Стамина заканчивается, еда заканчивается. Все заканчивается, если это реально. Здесь я все обыскивал. Я не знаю, найти реально вообще дверь охраны здесь? Выйти из лаборатории. Вот это подожди, а тут... Не понял, кто здесь? А ты откуда здесь взялся, а?
Тебя раньше не было здесь, а? Не было! Не было! Не было! Не было! Блять, да не было, говорю тебе, я уже задолбался отходить. Как так я погиб, и он погиб? Вообще нечестно. Это вообще нечестно. Так, этого я сфоткал, мне сюда надо, да? Ой, зато у меня еда регнулась. Наконец-то, вода есть у меня? Да. Я могу использовать. Я помню, и на первом этаже где-то, по-моему, была эта херня, да? А как он здесь очутился, то есть здесь его не было. И на каком я этаже? Непонятно. Так, здесь шкафчики, здесь я был, да? Мне надо дверь охраны. Где-то здесь он стоял, да? Что-то делал. Так, стамина, закон. Ага, вот дверь охраны, он там стоял, да? Давай посмотрим. Да, я его укокошил. Что, еще один? А, это ты? Тихо. Замолчи, так. Я помню, где-то здесь еще одна была дверь, которую я не мог открыть. Вот она. Вот она. Походу, мне пробежаться по ним надо, да? Так, а как мне... Подожди. Подожди. Журнал. Записки. 2, 4, 6, 5. Хорошо. Опа. Так, это первый код. Ключ. Ключ. Так, и тут, надеюсь, еда есть, да? Есть. Есть еще и пистолетные патроны есть. Так, Майк в себя больше не приходит, понятно. Что здесь произошло? А произошло следующее, значит, нечего проводить эксперименты всякие. Так, бежим дальше. Бежим через столовую. Здесь где-то было еще, по-моему, тоже такая дверь. Я уже не помню где. В общем, если найду, я как бы, наверное, обрежу это, потому что это долго будет. И в этих дверях, может, фотки мне еще можно будет сделать, а? Как вы думаете? Итак, ребята, открыл я почти все двери, да. А вот этих тел я не нашел, значит, и этого, как я ни старался. С какого угла я ни старался, значит, я не могу сфоткать. Я просто не могу сфоткать. А, значит, я застрею здесь, да? Я даже не знаю, ну как сфоткать еще его? С какого расстояния просто... Понятия не имею. Как он должен лежать, под каким углом? В общем, я под всеми углами здесь фоткал уже, под всеми, просто под всеми. Под всеми возможными, из двери, за двери, перед дверью, за дверью, значит, выйти в эту дверь я не могу никак. Да и фоткаться не фоткается он. Вот, сначала надо все фотодоказательства, прежде чем уйти. Фотодоказательства — это вот эти вот трупешники, соответственно. Значит, на этом все у нас. Это бета-версия, возможно, позже поправят, потому что здесь игра, в принципе, довольно интересная. С вами был, как всегда, Алекс. Не забывай про свой драгоценный лайк. Твой лайк я всегда ценю. Пока-пока, увидимся!